Нет, Тучка умер первый. Все, и Тучка. Лох! Пингвинуса утащите при мне. Ой-ой-ой, смотрите, через стекло хватает. Вуди псих! Блин! И всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Пингвинус, Гусанёк, Фриз, Подлючка, Профит, Фрэнка, Водочка, пацаны, поздравайтесь. Привет. Всем привет. Всем здравствуйте. Всем привет. Сегодня мы будем играть в здоровенном лабиринте и убегать от монстров Хаги-Ваги. Если пьете, кушайте, приятного аппетита, а мы начинаем выживать. Пацаны, убегайте, потому что сейчас я им включу искусственный интеллект, и они будут рвать всех просто. Блин, я упал. Дима, мне кажется, или даже они настолько высокие, что их не руки даже достанут до того, как... Достанут. Все, искусственный интеллект включен. Кто первый умрет, тот лох, пацаны. Старые правила. А, ну да, да. Давайте точняк, посмотрим, да, кто давай. Из нас лохмандей. И ставьте лайк. Нет, я не умру. Давайте. Ребята, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Ролики выходят каждый день. Стараемся снимать веселое и классно. И если вы хотите с нами пообщаться, заходите в наш Дискорд. Ссылочка в описании. Мы там в начале застряли. Да? Сейчас я их наставлю еще, не переживайте. А вот там один. Я заблудился здесь немножко. Они вообще со мной... Подсказывайте, куда мне бежать. А не, я нашел путь. Вот там один застрял, я одного вижу. Да? Они там... Они в самом начале стоят. Они дискотеку, ребята, там устраивают. А это знаете, что это? Это они за мануха делают. Что вы подбежали к ним, и они вас замочили. Один вообще в воде купается там. Один купается, да. Уже они не решили сегодня за нами бегать, решили просто походить, погулять. А, это значит, это как-то... Там один дергает. Я сейчас еще поставлю, не переживайте, сейчас будет много и... Давай к нам наверх. Ребят, досмотрите ролик до конца, потому что в конце мы их наставим очень много и взорвем всех. Я вон всех вижу, и бегает. Вся. А я подбегаю уже до башни. Да. До башки. До башни. До башки, до башни. Что-то Хаги-Ваги со стены не поделили. Он отвис. А, ребята, это не специально такую замануху делать. Сейчас они изучат карту, и все, и вам жопа вся. Они там вначале ходят, что-то нюхают. Ставлю еще. Он дергается. Ну да, там дергается. Поставил, еще поставил. Я тебя понял. Ого, прыгает! А чё он так, они так раньше, это ж другой пак. Опа, они пошли вовнутрь. Не подходите к краю. О, привет! Не подходите к краю, он может убить. Опа, он уже один внизу, смотрите, сейчас он резко забежит сюда. Ого, они быстрые! А чё они так делают? Дима, ой-ой-ой. Да, они реально психи. Уже один с бензопилой стоит, она тебя не спасет. А чё они не могут подняться? Он меня спасет. А они из-за того, что застрелю, походу, не могут из этого подняться. Да? Ну ничего. Мы сейчас еще другого поставим, у нас же раз дома стрелять. Саня, привет, я там. Такого поставим. Опа, привет. Ой. Саня, офигел. О, этот... Его отпугивает мой дробовик. А, я знаю этого человека. Иди, приколист. Поставим Вуди. Вуди пошел. Это что такое? А че он такой громкий? Ой-ой-ой-ой, очень, ребята, высоко прыгают, просто нереально высоко. Бля, у него забрали. Ты, блин. Еще никто не умер ни разу? Есть! Тучка умер первый. Все, и Тучка, лох! Пингвинуса утащите при мне. Ой-ой-ой, смотрите, через стекло хватает, Вуди псих! Блин! Вы видели? Да как, это же незаконно так делать. Да Саня, чип. Да они читеры просто. И они наоборот классно мочат. Это было неожиданно, ребята. Хватануть через стекло за ноги. Это просто жесть. Дима, да? Он меня с головы оставил. Я знаю. Забирай на ключи, брелок тебе будет. А они специально теперь будут охранять башню. Вы думаете, они глупые? Они очень умные монстры. Охранник. Я бы не сказал, что они умные. Да? Нужна зарплата. Они тупые, как тапок. Они ж убивали нас через стекло, значит, уже не тупые. Так это читы. А это читы? Они есть. Минус. Пока он его убивает, я убегу. Ай, провалился. Не убежишь. Быстрее. Да, они такие умные. Ой, смотрите. О, кстати, у Вуди светится лампочка красная. А, блин. Ё-моё, я испугался сильно. Это жесть. Походу, мы умирать сегодня. А немножко подлагивает у меня, наверное, они как-то прогружают систему. И у нас... Они нагружают. Ну ничего страшного, больше пока ставить не буду. Смотри, откуда ты... И телепортировался, убил меня и телепортировался. Красная, не прикольная, кстати. Да, прям тебе нравится? Да они бешеные. Ой-ой-ой. У них музыка классная играет, да, не спорю.
Ой-ой-ой, Саня, осторожно. Так, мне интересно, смогу теперь там пройти? Он в любой момент может запрыгнуть. Кстати, у Вуди еще есть не только красная лампочка, а еще и... Да-да-да, и белая есть. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Дима, беги. Бегу. Чего их так много здесь? Бегу. Советую вам бегать, на одном месте не оставайтесь. Он за мной не бежит. А по ним стрелять можно? Нет, нельзя, нельзя, пацаны. У них очень мало жизни, они просто сразу будут умирать. Сегодня мы выживаем. Будут ролики, когда мы будем их мочить. Сейчас пока мы их не мочим. Я не знаю как, но я успел как-то пробраться. Помогите! Никогда тебе не поможет, ты должен умереть! Есть, профит слился, отлично. Да Вуди там стоит в башне. А он специально, да, там чекает? Я тоже хотел зайти в башню, мне не дал пройти. И он вроде бы ходит, да, никого не трогает, а потом резко начинает мочить. Люди, Дима, у меня есть симба-тактика. Приходите ко мне, чё мне тут отмечать? А где ты? А я на самом верху-то сижу, они пытаются меня убить, а я угол. Он тебе стекло может схватить. Ой-ой-ой, слышу, убили кого-то. Профит, ничего не гонит. Интересно, они могут через стену убивать или нет? Да, могут. Ой. Ну, как бы стекло это стена, значит это подтверждает. Да. Ой, а что делать, там будет? Помогите. Ай! Блин, они резко убивают, это какой-то скример, блин, настоять. Ой, сейчас кого-то убьют. Блин, ты прыгал ко мне, зараза. Ой, хорошо, что я здесь заспавнился. Откуда? Ого, чувак с альтухи делает, они когда убивают, они вас так подкидывают высоко. Я когда залез, я уже начал заходить в башню, и меня забрал Вуди. Так, еще раз по лабиринту. А Вуди закрыл проход. Вот, да, он не дает пройти никому. Он, знаете, слышит наши разговоры и думает, так, хорошо, раз вы ходите в башню, я никого не пущу. А, среди нас предатель, кто всю инфу сливает. А кто? Ты. Это ты виноват. Кто я? В смысле? Они за мной знали. Кто сказал, кто нанюхал, тот нам сдюхал. Неправда. Да, так это жизнь. Блин, я опять упал. Да блин, я тоже переживаю и падаю. Блин, ну в лабиринте реально стрёмно выживать, особенно возле башни, они все там трутся и не дают нам никак зайти. Я другое сказал. Ой, привет, Вуди. Делайте ставки, за сколько я, через сколько секунд я умру. Я думаю, 10 секунд. Улетает. Есть, я на вышке. А как ты туда зашел? Их там не было. Так, да блин! Ребята, я уже ближе. Ой-ой-ой-ой-ой! А! Да ё-моё, ну как? У него руки длинные очень. Я живой. Мы, короче, я придумал план. Два, ты будешь как лифт спускать нам столики, а мы будем подниматься. Мне через стену. Это не идите на вышку, это очень рискованно. Да я. Да меня съели. Они повсюду. Гусь, все хотят что-то сказать, перебивают. Профит залетел. Так. Я забежал, блин. Да что, да как? Пацаны, ладно, нормально. Саня, как дела? Нормально. Че, вы там наверху есть кто-то из вас, да? Да, нас вдвоем. Вижу, я иду, видишь, поверху прыгаю? Да, залетели. А где? Саня зашел, а профит залетел, я видел. Отлично, отлично. Профит, уходи, они тебя могут так убить. Господи, я вышел у него. У меня такая нычка. Он идет медленно. Отлично, тихонечко продвигаемся. Я уже ближе. Ой-ой-ой, его глю... Блин, я аж упал от испуга, у меня пятки скользкие, вспотели. Дима, я нычку нашел, где они не достают. Да? Я где иду. Они не идут. Ну, блин, они... А! Да откуда он взялся? Откуда он... Я это даже слышал. Дима, я справа, Да это же, слышал, да, мою смерть? Да. Да я подался ему. Я опять упал, господи. Ты хочешь поверху идти, да, просто нападаешь? Побежишь, Дима. Я бегу к вышке, пришел. Я сейчас добегу туда, смотри. Не иди туда, там псих. Опасно. А я буду, смотри, опасно для того, кто боится, а я не боюсь. Ого, чувак улетел, ой, видели? Больно. В небо просто. Оно тебя сожрет. Он застрял. Он, Дима, тут я вижу, он застрял. Куча, я не знаю, как мне пройти там. И давайте его расстреляем. Хаги-баги сразу. Нет, мы не расстреливаем, пацаны. Там Дима, просто... на спавнях 50 штук. Нет, это будет лагать сильно. Я бы с удовольствием сделал, но именно эти NPC, они очень нагружают систему, прощайте! Он за мной. Там так. Комбо X3 просто. Отвлекайте их, пока я на быстрее, вышку быстрее, зайду. Быстрее. Я убежал. Это было очень опасно. Очень, при очень. Я смогу вышку зайти. Ура! Давай челлендж на весь ролик. Попасть на эту вышку. Красный. Ой. Не идите на вышку, там будет. Вот это звуки стрёмные, ребята. Да тут хаги-ваги.
Ай-яй-яй-яй-яй. Тут и води, тут и хаги-ваги, они повсюду. Я вижу, как дрожит земля. Ой, ай, ой. Земля дрожит, когда он либо прыгает, либо бежит. Ребята, что, это очень опасно. Это очень опасно. Я один на вышке. А! Сейчас тебе убежит Вуди. Нет, не убьет, не убьет. Да блин, Вуди меня убивает. Голова пластиковая, блин. Вуди. Вуди какой-то читер. Они классно мочат. Ребята, офигенный NPC пак, мне он нравится. Но самое честное, когда NPC лучше тебя играют. Ё-моё. Тихо. Ой, подлагивает что-то. Это, знаете, челлендж убегать с подлагиваниями. Я так понимаю, они лагают, когда они в друг друге находятся, да? Когда они застроют. Ого, чувака, я видел, как с это высмыкнули с вышки. Дима, они лагают, когда застроют. Минус Фрэнка. Так. Вот у них, вот Вуди, он самый жесткий. Это. Да, кстати, он реально мощный. У него еще лампочка красным светится, когда он хочет убить. Вуди, Вуди, Вуди. Меня Хаги-Ваги сейчас убьют через стены. Хаги-Ваги и то пофус какой-то. Вот это звуки стрёмно не издают. Я вроде подхожу, но меня вроде сразу же убивают. А, они там втроём, они в кучке собрались, просто всех мочат. Ой, ой-ой-ой. Ой. Мне Рон неуклюжий человек. А, да блин, на том же самом месте меня убил Вуди. Ну зараза такой. Их очень много. Да я поставил штук 10 всего. Всего? Ну да, больше не буду. А я уже тут страдаю, блин, в этом лабиринте. Мне упало 10 штук, но ощущение от 50. Но они реально классные. Они именно мочат неожиданно. Нет, да я почти забирался. Мне потом эта фигня снится будет. Ой, я вижу, как Дима это прыгает по балкам. Они этот еще. Знаете... Они смеются надо мной. Да 100%. Вон Хаги-Ваги. К вам там бежит уже. Они нас спавне убивают. Так, ну что, мы челлендж все-таки зайти на вышку каким-то образом. Смогу, не смогу. Ого, он прыгает! Ну смотрите, как от него выжить! Он ко мне припрыгал, интересно. Не сбежать. Телепортировался! Понятно, читер. Да, вообще. Телепорт вонючий. Я убежать от них не могу. Давай ему вакбан. Они очень быстрые, так еще и прыгают высоко. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Будьте внимательны, пацаны. Так, и давай, иди, не бойся, подлючка, он тебя не тронет. Ага, не тронет. Иди, сейчас, иди. Сейчас будет. Ничего не будет, я тебе серьезно говорю, не бойся. Дима, а нема там никого. Где, где? Покажи мне. Ой. Вот понял эту. Вот понял, Дима, сам иди. А! Он за мной! Он за мной! Опять Вуди. А! Нет, я перед самым финишем упал. Опять. Так много, я не финишем. Вот, а, блин, прям вышки меня убил! Представляете? Я без головы лежу. Диппер без головы. Ой, один добрался, один добрался. Офигеть, вот это они мощняцкие. Иди, как нам Господи, он перед носом меня прыгнул. Наверное, все-таки в этом ролике, в конце ролика, мы их убьем, пацаны. Мы их все-таки замочим. Мы отомстим им. Да. Ядерку кинем на них. О, да, кстати, мы же обещали ядерку. Вот два хаки-ваги и один вот этот раз. Вот как тут пройти? Их тут двое в походе стоят. Вот никак. А как пройти? Обмани, покажи им дулю и текай. Меня съели уже. Да, чего ты? Пофит, твои лимоночка. Пёгни в лицо и убеги. Что? Блин, стрёмно по лабиринту бежать. Очень стрёмно, ребята. В любой момент может убить, в любой момент, надо готовиться. Есть, профит слился. Красавелла, брателла. Ну я тут это постою, пожалуй. Я смог, я добился. Да. Ты на вышке? Да, я с подлючкой. Мы с подлючкой это смогли. Блин, подлючка, ты же со мной вроде бы умер. Как ты успел добежать уже? Не радуйся раньше времени, сейчас. Ой-ой-ой-ой, я вижу, он стоит. Дима, привет, я сверху. Тю, блин, я думал, ты Хаги-Ваги испугал меня. Подай мне руку. Я залезу. Давай, давай руку подам. Давай, давай руку. Давай, Дима, руку подам. Эть. Не могу руку подать. Ой, спасибо, подал мне руку. Подал. Хотите такси? Садитесь. О, ну мы следующее выживание, знаете, какое сделаем, пацаны? Сюда. Мы когда будем выживать, короче, этим... От NPC я скачаю паутину паука. Давай, садись. Да блин. А, блин, да ё-моё, ну что ты сделаешь, а? Ах, ну ты что ты? Ну я не буду помогать. Ну нереально. Это месть. Это месть, Фрэнка, понял? Да я уже понял, подручка. Дима, беги, они бегут за вами. Бегу. Бегу за всем. Всё, нема никого, я оторвался. Я опять упал. Я на ровном месте упал. Знаешь пословицу, не спи, замерзнешь. Я понял. Я ж уснул на ходу, ты не видел, задремал? Да, я видел.
чуть не умер. Главное, никогда не сдавайся. Правильно, совершенно верно. Это замер просто. Что? Что это? Это кто? Это кто надо мной сейчас полетел? Так, ну что, сейчас я точно зайду в вышку, смотрите. А, это Дима полетел надо мной. Нет, я не летел. Я за Дипера играю. Так, ребятушки, приближаемся. Уже этот... Господи, тут хаги-ваги. Я скоро этот лабиринт буду знать наизусть уже. Я прошел. Я на вышке. Нет, я не на вышке. Попытка была хорошая. Это жесть. Смотрите, как мало NPC могут нас сильно мочить. Еще и пугать. А че они возле вышки именно трутся? Вот скажите, потому что мы там постоянно, да? Сделать, можно сделать что-то подобное, Тёма. Например? Да, потому что они видят, что... Смотрите, Вуди. Не, Вуди нету. Я нашел мертвый. Ну все, смотрите, дорога чистая, я спокойно пройду. Так. Вуди, у вас там это. Нет. Жесть, погибай, просто нет. Жесть. Это я нереально думаю. Выжить. А там Вуди на. Там Вуди на вышке. Так. Вот он один тут, он идет сюда. Сейчас. Милосердие. Ого! Я двоих убил, да? Да, вот давай, это мега взрыв. Сейчас я еще одну кину. Эта бомбочка как раз чисто для них рассчитана. Ой, не туда! Сейчас, ребята. Ой. Опять не туда, ну что, я касаюсь жоп? Началось закидывание бомбами. А можно сделать Можно сделать камикадзе на этом самолете? Я хочу камикадзе. Давай, делай. Я хочу камикадзе. Что, только не взрывайте бомбы! Не взрывайте бомбы, пусть полетит! Ха-ха-ха, да вы психи! А мы, может, всех убили или нет? Как вы думаете? Нет, я все. Давай, полечу, посмотрю. Да, тут еще один есть. А есть, давай, камикадзе делай самолет. Все, есть. Да, боже мой. А говори, не взрывайте, психи! Спавним. Вот, Вуди есть. Пацаны, давайте, кто взорвет, тот лох. Их тут еще раз, два, три. Это же бомба, знаете что? Да что ж вы делаете? Это был не я, говорю. Успокойтесь. Я вижу, кто спамнит. Так, бан выдаем сразу. Так, это у нас подлючка, бан. Давай, я буду смотреть, как ты летишь. А вот все, это же, ребята, как всегда у нас веселье. Так, сейчас у тебя не получится взлететь, я сделаю тогда кое-что другое. Давай, попытка, последняя. Опа, полетел, ребята, наблюдаем за ним. Довольно-таки... С аниматроником, Дима. С аниматроником. Давай, посмотрю. Что это за... Ну... Я тебе помогу взлететь. Заводи самолет. Давай, я взлетаю. Так, я держу тебя. На всю тягу давай, на всю. Давай. Полетел, ребята. Летел. Там крыша! Это жесть просто, ребята. Все, вы меня разозлили, вы не можете их взорвать. Поэтому взорву я их. Что? Нет, я не успел. Если вам понравилась эта серия, я вам поднял настроение. Ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш Дискорд. Ну а всем отличного настроения и всем пока.